Итак, дорогие подписчики, всем привет, с вами Крэш, и я хочу вам сказать то, что вы очень крутые, вы просто самые крутые, самые лучшие чуваки, которые есть. Вы постоянно смотрите меня, постоянно поддерживаете, ставите кучу лайков, из-за этого мои видео смотрят еще больше человек, и нас становится еще больше. А цифра уже поднялась до 10 тысяч, и чуть-чуть ее перевалило, я чувствую, будет 20 тысяч вас, а потом 30. В общем, хочу вам сказать спасибо за то, что вы такие есть, как бы, какие есть, конечно, но раз вы какие есть крутые, то это очень круто. Ну и сегодня какое у нас видео? Мы будем троллить. Можете поставить лайк, если любите троллинг, можете поставить дизлайк, если вам троллинг не нравится. Но если он вам не нравится так, что нравится, короче, если вам нравится троллить, но не нравится то, что вас троллят, тоже можете поставить лайк. Мы сегодня будем легким троллем. Мы проверим, что будет, если не нападать на противника. Ну, уже такое видео, конечно, было в базе, но я сделаю свою версию, ну, в смысле, в своем исполнении. Я собрал такую колоду. Это мухи, которые будут убивать толстых людей, например, гиганта, надгробие для дефа, а дракончик для чего угодно, он дефает любую орду, хоть больших, хоть маленьких. Маг также. И валькирия наземный деф. Короче, как-то так. Давайте посмотрим, что у нас получится и получится ли вообще. Мы не будем нападать, мы будем только отбиваться, дефаться, короче. Посмотрим, что будет. Также будем активно использовать эмодзи. Эмодзи, о, вообще супер, давай, крутяк. Ага, это четко, ребята, блин, я лошара, ой, блин, я такой лошара. Варвары, видели? Мух кинул, подогнанных духов. Ребята, как говорится, первый раз не лошара, вот так. Это вообще было трэш, я что-то дефаюсь не так, как надо. Варвары не загрелись, скелетов я промазал, вообще там все зависло к чертям, это что такое? Давайте попытаемся хотя бы одну сторону. Молодец, так, чувак, молодец. Неуместно его над ним смеяться, когда он нам снес башню и половину центральной башни. Вообще круто. Одну тычку успел нанести, но это не страшно, потому что сейчас еще небось наш дракон снесет все к чертям. Дракон дефит мега миньоны. Что-то я в атаку пошел, это. Он сразу трех мух обосрался, блин. Чувак, чувачок. Так, здесь валькирия. Блин. Ну, главное, не дадим ему на 3 звезды. Видите, он думает, он быстро меня снес, а снес, потому что затупил банально. Не, мы не нападаем. Это просто валькирия задефлась очень сильно, как бы. Так, здесь круто. Даже слишком. Сейчас маг еще вмажет кому-нибудь там. Да, ребят, самый главный троллинг это... Блин. Маг что-то его развозит вообще. Так, давайте поржем. А, супер. Можете написать то, что из меня тролль вообще никудычный. Валька. Валька. Нет. Опа. Все, переагрили. Супер, еще 20 секунд продержаться, и он там обоссытся, наверное, со злости. А мод и нет. Опа, стрелки. А куда это стрелы наши полетели? Так, все, ребят. Давайте, молодца, чувак.
Я думаю, троллинг удался, он, наверное, там думает, блин, 900 хп, 900 хп, мой клановый сундук. О, кстати, ребят, заходите, ссылки в описании, там в обсуждениях. Если вы хотите, чтобы ваш аккаунт попал на видос, в крутой видос там, то можете написать в обсуждениях, что у вас есть легендарный сундук или супермагический, или клановый. Я тогда на супер видео открою и даже бесплатно пропиарю ваш клан. Ну, так как вы сундук даете. Ну, а мы идем дальше троллить. Давайте. Что у нас получится? Давайте, 8 левел. Ой, что-то в горле запершил. Это я банку сгущенки сожрал. Ребят, я, кстати, пытался вам сделать видео с вебкой, но нифига не получилось, потому что... Потому что как-то вебка говняно снимает. Я не знаю просто. Я даже на камеру телефона за 3000 лучше снимаюсь, чем на эту мою вебку. Я даже сегодня укладку сделал, блин. Говняную какую-то, правда. И вообще не очень. Даже эту футболку погладил, блин, чуваки. Правда, не постирал, но как бы не в этом же суть. 8 левел, чувак. Давайте. Поржем. Ха-ха-ха. Отличная игра. Боже, у меня надгробие. Че он? 10 эликсира копит? Спарки. Давайте бросим сюда. Хоп. Так. Здесь надо дракончика. И... Я не знаю. Бросим мух. Заморозку. Супер, спарки мы убили. Мага мы покоцали. Не дадим ему тычку сделать. Опа. Все. Так, отдефались мы хорошо. Давайте напишем. Ух ты, молодец. Проблема в лейте будет. Ну, в смысле, на двойном эликсире. Давайте, армия скелетов. Что-то он не пустил. Валечка пошла. Как-то двойной эликсир пойдет, будет тяжко. Так, у нас маг сильнее, потому что мы под башней. Цитаты великих людей. Так. Ой, маг идет. Давайте спарки. И поставим надгробие. Поставим дракончика. Я не знаю, пустим мух. Ой-ой-ой-ой. Это супер, это супер. Валькирию фиг убьешь, видите, маг, ведьма, они все ложатся просто. Как бабы. Че ты, бочка? На тебе. Давай, удачи. Ах ты засранец. Все, это круто. Отличная игра. Молодца, чувак. Давайте, здесь колдун. Если колдун не задефает, то бросим еще дракона. Супер. Ах ты засранец. Чё, ты не ожидал, да? Не ожидал? Давай. Ой, блин, с этими смайлами сейчас подохнем к чертям. Так, это, ребят, круто. Так. Угу. Ребят, я даже не знал то, что я так играть умею. Блин, ни разу не пропустил здесь, в принципе. Ребят, я думаю, троллинг удался, мне нравится. Я думаю, если вам тоже нравится, поставьте лайк. Угу. Так. Давайте еще один бой. Это круто. Реально круто, то, что я так дефаю. В принципе, если с такой колодой играть, вот то, что... Давайте второй раз проверим.
то, что эта колода реально работает или не работает. Если с такой колодой, в принципе, играть, то неплохо получается. А что за колода? Вот, маг, дракон, валька. Нет, здесь уже я спустил чуть-чуть. Блин, я что-то в атаку пошел. По-зверски. Блин, ЦТ гоблинской фигней. Блин, этот спам я не люблю. Вообще. В принципе, если мы против спама выстоим, то я скажу реально то, что это крутая колода такая. Дефать здесь тяжелее. Сейчас, если появится шахтер, мы его заморозим. Да. У меня маны нету. Эликсира, точнее. Давай дракончика. Блин, хотел дракона. Бросил колдунишку. Колду. Хог рейдер. Блин, давай, заморозка. Ладно, здесь мы проиграли бой, но не войну. Не, давайте мы не будем надгробие ставить. Мы поставим надгробие, когда появится маг. А вот здесь... Нет, нет, нет. О, готово. Хотя бы так. Че? Шахтер? А ты знаешь, чувак? То, что не надо трогать моих чуваков. Хопа. Давайте, осталось всего лишь 2.50. Я даже забыл ржать. Блин, надгробие. Тупой шахтер. Уйди. Уйди отсюда. О, отлично. Здесь задефали. Ребята, мы сейчас его снесем к чертям там. К собачьим. Только не тычку. О, отлично. Тычку он не смог сделать. Ракета! Он ее берег на всякий случай. У него там бадхерт, наверное. Давай. Ребята, ну я думаю, здесь все было круто. В принципе, здесь я не дотянул, конечно. Но в принципе, если бы я пошел в атаку, я бы его разнес. Но с вами был Крэш. Если вам нравится, что я для вас делаю, то, что для вас стараюсь, ребят, то ставьте лайки, подписывайтесь. Я вас всех люблю. Вы очень крутые чуваки. Ну и всем пока.